А перед началом просмотра видеоролика я хотел бы обратиться к моей публике, а в частности к моим зрителям, кто смотрит, кто поддерживает особенно. Ребята, у всех маленьких каналов есть такая небольшая цель, это набрать 1000 подписчиков. Так что для вас это не составит труда переходить на канал и нажимать кнопку подписаться. Ну а для нас, всех начинающих, это огромнейшая мотивация делать что-то интереснее, двигаться дальше. Кому не сложно, переходите, подписывайтесь. Нужно 1000 подписчиков, чтобы на канале было 1000 подписчиков, и у меня будет все для счастья тогда. Спасибо. А мы переходим непосредственно к лайфхаку. Всем привет, ребята. Давно на моем канале не выходило видеороликов. За это я прошу вас прощения. Ну а сегодня я хочу проверить очень вкусный и сочный лайфхак. А если быть точным, то это лайфхак с мороженым. Поэтому сегодня будет очень интересно и вкусно. Так что готовьте чаек. Садитесь поудобнее. Ну и мы начинаем. Итак, поделенный на дольки шоколад мы отправляем в паровую баню. Ни в коем случае не нужно пользоваться микроволновкой, потому что микроволновка вам шоколад весь поджарит. И отправляем их где-то на 20 минут в морозилку. Вот как-то так это все здесь и получилось. Ну а мы тем временем переходим к начинке, к самому пломбиру. Погнали! Затем мы берем сгущенку. Открывать ее нужно очень аккуратно. И добавляем все. Кстати, банка у меня была здесь. Сколько же она? 480 грамм. Масса нета.
Дебил, сначала сбить надо. Ну ладно. Ну я думаю, что от перестановки слагаемых сумма не поменяется. Хотя, блин. Да, кстати, я еще люблю вареную сгущенку, поэтому я еще хочу добавить попозже сюда вареной сгущенки. Погнали! По вкусу уже что-то напоминает пломбир. Но, да, ладно, идем за стаканчиками. Шоколад уже подзастыл. Начинаем наполнять. Заполню 2 стаканчика просто этой смесью, а еще в 2 с вареной сгущенкой разбавлю, чтобы было немножечко повкуснее. Вот так. Ну и палочки. Берем, вставляем, но они не держатся. Значит, сделаем немножко по-другому. Мы поставим это замораживаться. А когда немножечко подзастынет, мы все это воткнем палочками. Вот такими нехитрыми телодвижениями нам удалось с вами сделать так всеми любимый пломбир. Но, конечно, я еще не знаю, он получится у нас или нет. Что у меня вот такая привычка, как это забегать вперед. Ну да ладно. Вот. Ну, ждем, пока все это заморозится. А потом будем дегустировать. До встречи через... Русские, да, я за дружбу. До встречи через часика 2. Друзья, вот и наступил второй день нашего эксперимента. Ну идем посмотрим, что же получилось. Ну и переходим к распаковке нашего мороженого. Для этого я взял ножницы, сейчас увидите для чего. Что, пес? Что? Ну и айда залазь. Пошли, айда со мной обзорчик будем вести, пойдем. Пошли залазь. Надрезаю края стаканчика, потому что они очень жесткие. Ой-ой-ой-ой-ой. Это пушка, ребята, пушечка. Давайте второй. Сейчас будем пробовать на вкус. Она получилась даже плотнее, чем обычное мороженое. Ребята, вот Альпенгольд здесь намного лучше смотрится, чем... Я не знаю, какой они там шоколад добавляют, но... Этот шоколад, он прям тает во рту, а тот, что он в обычных мороженках, он такой пластилиновый от холода становится, и это очень невкусно. Очень вкусно. Ну а на этой ноте, на этой сладкой ноте, я хотел бы завершить свое видео и сказать вам, пробуйте, делайте дома, не бойтесь, у вас все получится, это очень вкусно, вы не ошибетесь. Фух. А также я бы хотел сказать, чтобы вы подписывались на канал, мне нужно 1000 подписчиков, если вам не сложно, сделаем это вместе. Также у меня есть ссылочка на Инстаграм, подписывайтесь туда, там выкладываются фоточки, там какие-то прикольные видосики. Ну и также ссылка ВКонтакте. А ВКонтакте у меня пока только страница, но я работаю над своей группой. Вот. А вы были на канале Валдис Лайф, с вами был Валдис.
приятного аппетита и всем пока! You can be my girl.